День медицинского работника страна отметит в воскресенье 15 июня. В преддверии праздника 12 врачей и медсестер получили заслуженные награды в городской администрации. Еще один житель нашего города теперь носит звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Шишов Михаил Васильевич. Михаил Шишов врачом скорой помощи отработал 36 лет. За многолетний добросовестный труд и в связи с грядущим днем медработника получил почетную грамоту администрации Северодвинска. На скорую устроился после армии в 78-м. Сначала был фельдшером, после института стал врачом скорой. Первое дело, что не забудется никогда, потому что у меня такой там случай произошел. Я ехал в скорую, но я... Было мне задание там делать перевозку больного. И на моих глазах в районе центральной вахты на Архангельском шоссе происходит ДТП. Сбивают пешехода. Пострадавший с переломом бедра оказался первым пациентом. Почетные грамоты сегодня получили еще 11 медиков. Были на награждении и работники социальной сферы. Фотокорреспонденту газеты «Северный рабочий» Владимиру Бербенцу глава города вручил знак к почетному званию «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». За участие в развитии физкультуры и спорта почетной грамотой награжден ветеран спорта России Валерий Савосин. Для всех присутствующих главврач Ягринской поликлиники Елена Цыка прочитала. Не было почетнее судьбы, чем сражаться в пламени борьбы за спасение жизни человека.